Начнем наш выпуск с оперативной информации. Сотрудники МЧС извлекли из реки Паразиха в Алейском районе автомобиль, в котором обнаружены тела двух пассажиров, в том числе 13-летней девочки. Трагедия произошла накануне. Следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю продолжается проведение доследственной проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. Уже опрошены очевидцы и потерпевшие, которому удалось выбраться из транспортного средства и спастись. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Напомню, накануне поздно ночью при переезде моста через реку Паразиха водитель автомобиля не справился с управлением и съехал в реку. Одному пассажиру удалось спастись. На место происшествия сразу же выехала оперативная группа. В поисковой операции участвовали 26 человек и 10 единиц спасательной техники. Течением автомобиль отнесло на несколько метров в сторону от моста. Поэтому машину удалось найти не сразу. Условия для поиска на месте происшествия были достаточно сложные. Река, которая летом представляет собой средних размеров ручей, сейчас достаточно полноводная. Глубина ее составляет около 5 метров. Присутствует достаточно сильное течение. Поисковые работы велись на протяжении вчерашнего и сегодняшнего дней, но только сегодня, 23 марта, в 11 часов, поисковые работы были завершены. Автомобиль поднят на берег.